Всем приветики, привет, всем доброй ночи. У нас уже ночь, уже 12 перешло. Я сейчас должна срочно ложиться спать, высыпаться. Но думаю, пока есть маленькое настроение, выспались за эти каникулы. Маленькие, это у нас был как бы отпуск. 2 недельки, вторая неделька заканчивается. На работу во вторник. Поэтому и сегодня 30 июля. My birthday! Вот мне, это мой день рождения сегодня. Нужно гордиться, что у тебя день рождения, радоваться каждый день, чтобы прожили еще год. Благодарить Бога за все это, да? Вот это мамули. С днем рождения, получается, она в Польше, в Украине купила, когда была. Продавала квартирку. Так. Так, мамулечка мне пожелала. Thank you so much. Kiss, kiss, kiss. Thank you very much. С днем рождения, моя золотая Дацюня. Спасибо, мамуля, Светочка. Сюрпризів у житті чудових, ідей, що втілені в діла. Днів сонячних і веселкових, багатства, щастя і добра. Так, віршик на українській мові. Сюрпризів. Совершать их делами, сюрпризы, которые должны заканчиваться делами, и солнечными, и веселыми, богатство, счастье и добра. Спасибо большое, здоровья крепкого, благополучия и всех благ земных. Мамулечка. Мамуля в Польше. Меня сейчас тоже по Ютубу поздравила, то есть по Ютубу, по вайберу. Это от сестрички Карен. От сестрички Наджела. Были печеньки, носочки. Что там еще было? Открыточка, да. Что-то еще в пакуночке было. Что-то было. А, и свечечка такая. Ну, мы сейчас из-за космоса свечечки нельзя палить. Мы им особо не палим. Это наша первая фоточка. Первая встреча. Там тоже от мамули. Так. Ну, вот сейчас будем все о хорошем, о позитиве. Ну, вот переименовала я свой канал. Закончить дом в Уэльсе. Это такая... дальносрочная цель. Мой канал так называется сейчас. Не знаю, получится ли. Кстати, да, сколько мне лет? 42 исполнилось. Отнимаем 10, 32. Хорошо? Вот так, ребятки, кому за 30, отнимайте 10. Так, что я здесь нашла? Хотела поделиться с вами книжечкой The Rules of Life. Я буду читать немножко с украинским акцентом. Это так, на фан-фан. Правила жизни. Ричард Темпла. Пошутить. The Rules of Life. A personal code for living. A better, happier, more successful kind of life. Так, кроме того, что у меня этот канал Дом в Уэльсе закончить, to finish house in Wales, я еще немножко буду маленькие обзорчики делать, видео. У меня только позитивные будут комментарии. Если какое-то видео посмотрела, мне очень понравилось, или там чуть-чуть хочется что-то сказать, я буду говорить. Я всегда только хорошо. Обо всех. Keep it under your head. Rules for you. Так, здесь у нас такие правила жизни. С чего начнем? У меня немножко... да. Introduction. For reasons that are too long and complicated to go into here, I had to live with my grandparents for a couple of years when I was very young.
Слишком не буду вдаваться в подробности, но мне приходилось жить с бабушкой и дедушкой пару лет, когда я был молодым. They, like many of their generation, were hardworking, contented sort of people. Они, как и многие из их поколения, были такие, серьезно работали и такие заместовни, значимые такие люди были. Contented, ну, можно сказать, и счастливые. My grandfather had taken early retirement owing to an industrial accident. A lorry load of bricks fell on his foot. How sad. And my grandmother worked in a large department store in London. Мой дедушка раньше вышел на пенсию, там меня подсвечивает компьютер, и здесь светиком уходит компьютер. Мой дедушка раньше вышел на пенсию из-за инцидента индустриального, когда груз из грузовика упал на его ступню. Это, ну, это из книги, да. Ричард Темпл немножко рассказывает о своем детстве. А бабушка работала в большом универмаге в Лондоне. Having me dumped unexpectedly on her for a while obviously caused logical problems. Они меня, ну, так dumped, как бы бросили, получается, родители бросили неожиданно на бабушку. И это причинило logistical problems. Логистика, добирание туда-сюда, возить ребенка. I was too young for school, and my grandfather wasn't to be trusted to look after me at home. Я был слишком молод для школы, и мой дедушка, как бы ему не доверяли, чтобы я, чтобы он за мной смотрели дома. Men didn't look after children in those days. Мужчины в то время не смотрели за детьми. Так, how things have changed? Насколько изменилась ситуация, как бы things, вещи изменились. Yes. Her solution was to tuck me under her wing. Ее решение было меня под свое крылышко завернуть. On some days physically as well as metaphorically. Иногда физически, иногда метафорически. As she smuggled me past managers and supervisors, and we went to work together. Даже на работу брала, проносила, как бы нелегально его проводила через менеджеров и супервайзеров, и даже шли на работу вместе. Такое было детство у Ричарда Темпла. Ричард Темпл. Ну, кому интересно, это так немножко фана. Я еще что-то поснимаю в ближайшие дни.